Всем привет гостям и подписчикам моего канала. Петунии я привезла. Сейчас я их буду рассаживать в кашпо. Кашпо я наполню землей. Вниз я положила немножко навоза. Также в тележке я смешаю перегной, садовую землю, вермикулит и немного перлита у меня есть. Все разложу по контейнерам и буду рассаживать вот такие петунии. Первую часть. Вот так в тележке я перемешала землю садовую, перегной и вермикулит с перлитом немножко добавила. И теперь я буду все фасовать в кашпо. Итак, я рассадила почти все петунии. Остался еще один сорт хамелеон. У него не хватило кашпо. Еще хочу рассказать такой лайфхак. Продаются салатики в магазинах, в маленьких контейнерах. Их не выбрасывайте, когда сидите. Корешки сажайте. Я его 2 дня назад посадила, и все. И пошел новый салатик. Итак, какие у нас тут петунии? Первая петуния Тайдал Черри. Она в большом кашпо. Тайдал Ред Велюр. Она тоже в большом. Изи Вейв Ред Велюр. Изи Вейв Блю. Фульвия желтая. Тайдал Сильвер. Пудинг Плайм. Тут вот маленькое кашпо, потому что тут сидит синяя мамба. Ей достаточно небольшого объема. И вот это я не знаю, какая петуния.